Всем привет! Немножко выровнял, вы видели, записывал много размеров, какие где должны быть, чтобы не бегать с рулетками. 4,5, ой, чтобы не бегать компьютеру, к ноуту не смотреть размеры. Значит так, чего нам удалось достичь? Ну, как всегда, показываем только хорошее, все плохое скрывать будем. Между стаканами было меньше на 5 мм. Пришлось ставить стяжку, потому как и тот стакан сильно идет, и этот стакан сильно идет. А нам нельзя, чтобы тот и шел, потому что здесь была диагональ гораздо меньше. Теперь, ага, цепь мешает, но мы как-то померим с цепью. Пришлось на 1,5 сантиметра перетягивать размер, чтобы сделать вот 4,5, ну там 4,6 нету, в принципе, ну, 4, на 0,5 миллиметра больше нормы. Там все отпущено, это все отпущено. То есть сейчас здесь на, ну может, на 0,5 миллиметра больше. Это фигня. Для такой рамы это фигня. Так, вообще 0,5 миллиметра. Извините, я что-то гнать начал с утра. 4,5 есть. Это размер тоже одинаковый. Я когда вот эту штуку поставил, думал, сейчас его придется, может, еще распереть откуда-то, потому что мне что-то показалось, он может наклониться, хотя никогда оно не наклонится. Значит так, диагональ, давайте померим вот так. Блин, тоже была разная, не помню насколько, но была разная. Значит, что мы тут до начала видим? 213, вот 213 здесь, как бы не упасть. Дядя Миля, у меня новые тапочки были неделю назад, пробуй их тебе. 213, 212 и 8, 212 и 8,5, полтора, короче, 2 миллиметра не хватает. Оставляем, это норма. Трудно было раздвинуть, потому как вот этот лонжерон, во-первых, он у нас кривой. И еще, ну то есть, если бы его разрезать, было бы проще, так пока ничего не резал. Еще я заметил, что у нас вот между шпильками здесь размер больше, гораздо больше. Должно быть 92,3, у ннас 92,7. Здесь размер больше, потому как когда резали, варили эту раму, они вот, короче, вот эта штука должна быть под 90 градусов к брусу. Вот как здесь. Чик, 90 градусов. А здесь вот нифига не 90. Ох, блин, пуговица отпала от комбеза. Короче, она немножко завалена, поэтому в идеале надо ее отрезать. Здесь, я смотрю, не резали. Варили только вот, вот и снизу. Здесь вроде не варили, хотя вот все. А, вот шов уже идет. Варили, варили. Вот. Шов идет. Поэтому надо будет тоже разрезать, немножко ее крутануть и заварить. Блин, а как... О, у меня вторая пуговица есть. Это радует. Значит, там у нас ширина в норме. И здесь ширина в норме, кроме кончика. Повезло, что крепление рычагов, они полностью в идеале. Там до миллиметра. Там должно быть, по-моему, 107. Где-то там записано у меня. Кто-то приехал. Может, немножко не повезло, что здесь не хватает 2 миллиметра. Должно быть 4, а здесь у меня 2. Но 2 миллиметра, если я разобью, тогда перемычка не станет. А по вот этим размерам в норме должно быть 127,7 по центрам. То есть это в норме. То в норме. Здесь не хватает на 2 миллиметра. То есть ломать раму — бред. На 2 миллиметра мы забили. Теперь надо вам взять стяжку и
поставить, зафиксировать размер, ну, чтобы никуда не убежал, хотя здесь работы, в принципе, по морде, да, есть еще работа, ладно, да, надо, наверное, взять и зафиксировать это, ага, немножко вот такой штукой и кувалдой немножечко разровнял складку, все равно она вот есть еще остренькая, то есть это-то сдулось, это понятно. Здесь, ну блин, немножко выбил, но в идеал не могу. Она острая, она толстая. Блин, еще приходится аккуратно стучать, блин, радиусным молотком. Я имею в виду... Причем здесь радиусный... Ну, короче, кувалда просто, она такая более прямая. Приходится радиусным молотком немножко стучать, чтобы как бы не поделать вмятинок. Немножко вот это все вышло. Здесь уже как бы... Ну, есть еще, видно, вот как бы такой маленький заломчик. Но уже не такой, как был. Если что, мы его даже, наверное, трогать не будем. Хотя там есть вон отверстие. В принципе, можно взять, попробую. Не, потом все-таки попробую выбить. Так, ну а сейчас надо стянуть этот размер. Так, диагональ тоже у нас как бы вся уже ровная, поэтому... Не, ну здесь я не думаю, что куда-то уйдет. Можно было бы еще где-то здесь. А можно взять уголок, вот, просверлить два отверстия. Еще и здесь стянуть. Если оно сейчас в норме, то как бы... Ну, стянуть оно лишнее не будет. Не стянуть, а просто зафиксировать уголком с двумя отверстиями. Только что мы с вами ломанули высоты стаканов полностью всего. Высота была разная. Сейчас я вам скажу, насколько. Я покажу. Блин, я не наметил. Насколько. А, насколько? Вот насколько, по нижней метке. 4-5 мм высота была разная, а верхняя метка это... Вот сейчас тут 1.5 сантиметра, это сколько потребовалось переломать ее, чтобы выровнять высоту. Значит, для измерения я использую головки с набора, взял 4 штуки. У них полностью высоты одинаковые по юбочкам, по накаточкам. Я когда-то показывал, что я их использую. Ну, то есть, они полностью ровненькие. Вот сюда поставил. Ага. Сейчас прикрутил кронштейн и притянул ее вниз немножко, а там домкрат, потому что все-таки может зажимом вырвать, оно так кончено тут держится. Поэтому здесь притянуто немножко, там домкрат приподнимает немножко, чтобы слаб не сорвало, а там наоборот не опустило. Значит, поставил по нивелирочку. Кстати, я для себя то, что для нас всех придумал штуку прикольную. Вот здесь 4 миллиметра вот этой накатки. Это, короче, допуск на раму у нас будет. Значит, поняли? Допуск на раму это 4 мм. Если луч в пределах этой штуки, все класс. Ровно, ровно. Здесь тоже был небольшой пропеллер. Ну, блин, потому что рулеткой неудобно мерить. А второй уголок где-то у меня был. Я его не могу найти. Вот поставил. Вот примерно так. Это я больше, наверное, для хозяина показываю, что... Типа, все, высота там ровная, все классно. Опускаем нивелирку. Зажимаем. Одной рукой, конечно, неудобно. Сейчас лучик подуспокоится. Вот здесь видно, линия немножко выше серединки. Так, главное на раму не давить, потому как, если надавлю, сразу убегают все размеры. Рама стоит зажим-зажим, сзади немножко поддомкрачивает, чтобы не провисало, и впереди опять же на серединке стоит. То есть, как бы, если поставить домкрат, она сразу, ну, она гулящая, я показывал, как сказали, пружинная.
Да фигли, нифига она не пружинная. Была пружинная, я плоскогубцами не смог бы согнуть. Вот тут швеллер взять вот так вот и выгнуть. А так, если плоскогубцами я сгибаю, значит, нифига она не пружинная. Обычная сталь. Значит, это... Ой, извините, если я не прав. Вот, лучик выше немножко середины. Лучик немножко выше серединки. Есть. Вот. Ну, хотя, опять же, зачем нам этот момент, если можно по этому проконтролировать. Но все равно я вам покажу, потому что работать сегодня мало будем, а видео должно быть долгое. Поэтому вот все снимать будем. Дальше поднимаем. Неудобно немножко одной рукой и поднимать, и зажимать. Тем более, когда я зажимаю, немножко лучик вверх поднимается. Да ладно, нам не надо прямо сейчас на серединку направлять. Нам главное примерно. Примерно, да? Лучик в самом верху накатки. Лучик в самом верху накатки. Есть. То есть рама по высотам, одна контрольная точка, вторая контрольная точка, это вообще никакая не точка, вот контрольная та точка. То есть это одинаково и, соответственно, если здесь одинаково, то здесь тоже одинаково. Вот примерно лучик бьет верхнюю, короче, во внутренний диаметр в начало, и здесь лучик бьет тоже. Блин, это перекрывает. Тоже, в принципе, вверху начало. Все класс. Стаканы по высоте ровно. Диагонали никуда ничего от этого, все вытяжки не ушли. И вот здесь второй нивелир стоит, наш братик меньший. Вот того. Да, плохой он. Блин, не нравится он мне. У него нету звуковой индикации. Без звуковой индикации плохой нивелир. Нужно, чтобы он пищал, когда неправильно стоит. Он... Короче, долго успокаивается и чё? А, и слабо светит. 0,5-11, то 0,5-16. И здесь тоже, вот как можно видеть, этот светит. Вот. Так же, как и с той стороны сейчас тот. Этот. Ну, а здесь, может, на миллиметр светит выше. То есть, как бы на миллиметр поднять вверх, вверх трубки. Допуск. Допуск, допуск. Короче, разница была 5 миллиметров. Думаю, ну блин, ну попробую диагональ поломать. Я не думал. Вроде немного натянул, 1.5 сантима перетянул. Блин, она такая жидкая. Блин, 81, а там 2.5. 1.5 сантиметра перетянул. Нет, я прошу убежать. И контроль высоты идет, потому что может ломануть опять. Ну, отпустим. 81,5. Блин, ровно! Так я даже не постучал. Не, на миллиметр больше.
диагональку подправил, как оказалось, от подушки до подушки, если здесь ровно, здесь между ними ровно, здесь тоже было ровно, я даже не стал связывать, потому как я попробовал пару раз, не... ширина не увеличивается, наверное, потому что на лапах стоит. Если бы увеличивалось, тогда можно было взять здесь уголок и стянуть. Вот, М8 болт вставить и стянуть. Но оно не увеличилось, поэтому здесь я ничего не делал. Если он на видео там не играл, то оно в итоге все и вернулось. Значит, у меня диагональ была меньше на 5 мм. Я понимаю, можно было бы не париться эти 5 мм по сути. Ну ладно, мы попробовали все-таки ломануть. Получилось, что одна относительно второй вот та была смещена на 2,5 мм вперед относительно этой. Хотя эта рама... У нее тут такие погрешности, у нее все так криво приварено с завода. Вот даже эта штучка немного криво приварена относительно той штуки. И эта штука тоже относительно вот этой штуки. Там не так приварено, например, здесь 84 мм, а там 82. Ну, то есть по 2 мм тут много очень допусков. Нивелир. Высота. Высота. Думал я, конечно, что вот это сейчас убежит, потому как надо было, наверное, все-таки диагональ сперва сделать. Хотя, фиг его знает, может из-за вот этого кручения, то, что вниз тянули, может из этого диагональ убежала. Я как-то этот размер не мерил, я только его начал мерить. Ну, я как бы до этого момента делал. А ну, давайте, высота. Две одинаковые головки, ни в чем подвоха нету, а то еще подумайте, обманываю. Вы же помните, у нас самый честный канал по рихтовке. Помните, ой, блин, а. Помните, да? Это, накатка плюс-минус, это норма. Ёлки-палки. Ага, поставил нивелирку. Что мы видим? В принципе, центр, да, накатки. Да, и там. Ну, блин, может, ниже на миллиметра. Ну, два нету. Полтора, то есть... Тут угол, если и подпрыгнул, то на 2 мм. Ничего страшного. А если по этим штукам? То тут точнее надо. Ну, тут вайбер постучался. Видно, низ светит. Видно, низ, да? И перейдем на ту сторону, тоже посмотрим. Еле-еле низок цепляет. Еле-еле. В принципе, нормально. В принципе, до 2 мм бегает по этим штукам. Это не, даже не трогать, даже не заморачиваться. Даже не заморачиваемся. Ну и самое основное, чего я добивался. Интересно, вот здесь не хватало 2 мм. Я тогда еще говорил, да пофиг. Я не мерил. А, смотрите, должно быть 99,4. Было 99,2, стало 99,4. Считаю, повезло. Если бы даже не было 2 мм, я бы тоже не парился. Короче, мы с вами идем в правильном направлении, я смотрю. Так, нам главное подушки. Правильно? Правильно. Длина диагонали, ширина подушки. Вот, излом одинаковый, что здесь, что там, поэтому линейку брать и мерить... Ну, эту обходную не вижу смысла. 81,5. И идем мерить в другую сторону. Я не выключаю камеру, чтобы не думали, что я там это размеры подтасовываю. 81,5. А вот так вот. Вот так вот. По меньшему радиуса. 81 и... Блин, и 7. 2 миллиметра. Ёлки-палки. 2 миллиметра еще балуются. Не будем трогать эти 2 миллиметра. Да, ну там 6,5, 7. Ну ладно, 6, 7. 2 миллиметра балуются, 2 миллиметра трогать не будем. Там ровно. Здесь ровно. Ширина ровно, ровно. Ровно-ровно? Ровно-ровно. Значит, нужно и высота ровная. Значит, нам надо как-то закрепить морду.
относительно стапеля привязать, чтобы она уже не двигалась ни влево, ни вправо, ни вверх, ни вниз, потому что еще придется, может, этот лонжончик отдельно подламывать, а будет он отвязанный, оно все вместе будет. Поэтому надо думать, как бы прикрепить бы эту часть. Можно что-то здесь взяться, можно что-то и здесь взяться, а можно брус пропустить и как-то его прижать. Ладно, подумаю. Значит, направил нивелир на низок, ну, на рычаги. Что мы видим? Ну вот лучик, видите, где? Смотрите, поднимаю. Смотрите. Раз. Вот лучик, ну, может быть, как бы где-то вот лучики цепляются. И вот все то же самое. Видно, да? Вот эти места одинаковые полностью. Если там верха еще балуются по 2 мм, то вот это ровное. Поэтому мы этому больше верим. Значит, ровно, можно цеплять переднюю часть, чтобы жестко была зафиксирована относительно стапеля. Ну, чтобы ни влево, ни вправо, ни вверх, ни вниз. Значит, 6 часов вечера, конец рабочего дня. 2 часа меня тут не было, я вон только приперся. На сегодня шабаш, завтра продолжим. Ну что, смотрите, немного сегодня сделали. Там стакан раздвинули, лонжероны раздвинули. Даже случайно, чисто случайно у нас совпал размер один. Диагональку подправили. Ну да, там есть разница маленькая, но ничего страшного. Раму завтра надо с утра закрепить как-то, чтобы она уже больше не играла и не двигалась никуда. Кто там рамы профессионально правит? Скажите, пожалуйста, какой у нее допуск? Потому что вогнать миллиметр в миллиметр, мне кажется, ее нереально. Потому как она тоже поварена не супер точно. Сколько допуск? Скажите, кто знает. Всем удачи, всем пока. Завтра продолжим.